Итак, господа, всем привет! Сегодня мы с вами в Солнцево, улица Терешкова, владение 1. Это первый слесарный ролик в новом цеху. Сегодня с нами Volvo XC60 2017 года с двигателем E-Drive. Владелец автомобиля приехал сделать необходимые работы для того, чтобы автомобиль эксплуатировать, и он, не дай бог, его не подвел. Что такое необходимое, сколько стоят запчасти? Сегодня мы с вами поговорим. Погнали! Итак, господа, сразу же озвучу, что автомобиль прошел 181 тысячу километров, а ремонт мы начинаем с замены левого сальника АКПП. Масло вышло из коробки через сальник порядка 400 грамм. Хорошо, что мы меняем сальник. Коробка будет работать долго и счастливо. Сальник мы установим качественной фирмы Pony Originalo. Стоимость сальника 1270 рублей. А стоимость 400 грамм масла 1485 рублей. Теперь двигаемся к задней подвеске. По задней подвеске достаточно стандартной работы. Заменили передние сайлентблоки задних рычагов и поперечные две тяги. Для чего это делается? Ну, для устойчивости автомобиля, так как сайлентблоки приходят в негодность, появляются трещины, а то и надрывы. И можно заметить, что автомобиль начинает вести себя на трассе менее устойчиво. Также и характерно об этом говорят поперечные тяги. Теперь все заменили, все в порядке. Также установили аналоги хороших производителей. Сайлентблоки обойдутся клиенту по 4,5 тысячи рублей. Две тяги за пару 9 тысяч рублей. Также заменили тормозные колодки, которые практически изношены в ноль, как мы видим. Тормозные диски, кстати, тоже износ подошел к минимуму, но клиент попросил оставить и проявил желание еще на них поездить. Ну, выбор клиента – закон. Вот, в общем-то, друзья, и все работы, которые мы провели на этом автомобиле. Теперь давайте по ценам. Стоимость услуг по тому перечню работ, который я озвучил, 17 тысяч рублей. Стоимость запчастей почти 22 тысячи. Итого 39 с небольшим тысяч рублей за подобный ремонт. Много ли это или мало, судить вам. Пишите комментарии, наблюдайте за нами в Telegram и приезжайте к нам на новый сервис. Кстати, скоро открытие третьего сервиса в Измайлово по адресу 1-я улица Измайловского Зверинца, дом 8. Всем хорошего дня и до новых встреч!